Just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. Всем привет, друзья, с вами Варчик. Чё там, чешские каникулы, да? Купить прем-танк, чтобы получить в марафоне на него камуфляж, да? Если раньше марафоны делали для того, чтобы получить прем-танк бесплатно, то сейчас марафон нужен для того, чтобы купить прем-танк, чтобы поучаствовать в марафоне, получить больше плюшек за те же самые задания и в конце еще получить 3D-стиль на этот же прем-танк. И в рандоме уже полным-полно этих Шкод Т-27. Причем у меня ощущение, что этот танк покупают исключительно слабые игроки. А может быть, сейчас в рандоме просто других нет. Я не играл на этом танке, посмотрел цифры, параметры, посмотрел пару реплейчиков. И думаю, посмотрю стрим, как играют водомесики на Шкоде Т-27. То, что чешские каникулы в этой ярмарке опоздали на несколько лет, это уже и так понятно. И что акцию, которую они придумали, она просто убогая, опоздавшая и никому не нужная. Конечно, какой-то части людей это все понравится и будет к месту. Но, честно говоря, этот прем-танк уже опоздал. Но плохой ли он от этого, что он вышел позже или нет, это не факт. Но марафон, как я назвал его марафон на 10 дней, он, конечно же, вроде как не особо на марафон похож, и задание там кажется не особо сложное. Он тоже выполнен в конченном каком-то формате. Новый для нас, такого раньше не было, что ты сначала покупаешь прем-танк, а потом на него 3D-стиль. И как ни странно, насколько бы он конченно не был и исполнен, люди купили его, и видно, что в рандоме он есть. Но это пока первый день. Будет ли он потом, этот танк, неизвестно. Это будет от того, зайдет ли он статистам. И тут я начал смотреть водомесиков, как я уже говорил. После реплеев я захотел посмотреть, как они играют. Думаю, пробегусь по топ-водомесам и немножко залью сверху киберкотлетами и топовыми нагибаторами рандома. Думаю, начну с Амвея, раз он сейчас стримит. В принципе, на нем я и закончил просмотр, как играют другие люди на этом прем-танке. Не потому, что танк конченый или не конченый. Пока я сам на нем не сыграю, я не узнаю. Поскольку мне почему-то кажется, что такие цифры перезарядок не могут быть конченными. Конечно, все остальные параметры танка, кроме перезарядки, просто обычные. Но КД между снарядами и КД всего барабана просто бешеные. Да, я понимаю, что пробитие дряхленькое, пушка кривенькая, сарай большой, брони особо нет. Но в принципе танк ездит, а КД бешеная. И можно подрубить голды. Но это еще ничего не значит. Неизвестно, плохой этот танк или хороший. Но то, что я посмотрел за минут 5-10 на стриме ОМВЭ, это просто пиздец. Все началось, когда в донате спросили: «Амвей, какую ветку для новичка качать?» Амвей отвечает: «Ветку суперконя, типа суперконь неплохой, и ветку ИСа 7». Для новичка он советует две наисложнейших ветки в прокачке. Для новичка. И в каждой из этих веток хорошие танки начинаются на 8-9 уровне. То есть новичок без перков, там модулей, шмодулей, нормальных экипажей будет качаться аж до 8-9 уровня на конченых плохих танках без ничего по совету великого, самого могущественного водомеса Картофана. Ему вообще просто все равно. Он просто назвал две ветки и все, и дальше поехал. Все. Я даже не понимаю, как это можно настолько на похуй относиться к людям. Может, конечно, он дольше этим занимается, ему виднее. Ну да ладно. Пусть человек задонатил за свои деньги, прокачает две, наверное, наиконченнейшие ветки, которые нужно прокачивать, когда ты уже опытный. У тебя есть там свободки какие-то накопленные, экипажи, модули, чтобы хоть как-то было легче пройти эти ветки, если ты их решил все-таки качать. Нет, нихера, по мнению Амвея, ты должен ебошить эту ветку сразу, как только ты вошел в игру, ты новичок, и ебошь самые сложные ветки. Это просто забей. Что потом? Он говорит, что новый танк Шкода Т-27 премиумный, такой какой-то непонятный, не очень. Прожетто повеселее, пободрее, поинтереснее и получше. Хорошо, Прожетто, мой любимый прем-танк. Танк охеренный, базару ноль. Шкода Т-27 типа что-то не очень. Окей, это его мнение. Дальше он говорит,
что меня просто повергло в невероятный шок. Говорит, Шкода Т27, наверное, не такая плохая, как Муц и Индиан Панзер. Во-первых, Индиан Панзер вообще не прем. Зачем он его сказал, не знаю. И Индиан Панзер сейчас настолько переапанный, что просто забей. И Муц тоже сейчас довольно-таки сильно апнут. И если хорошо играть, на этих танках можно реально хорошо нагибать рандом. Ну и дальше, как обычно, у топ-водомесов заводится тема, а почему вы хотите, чтобы я поиграл на своем аккаунте, мне и на пресс-аккаунте хорошо. И тут я все понял. Это я, не имея пресс-аккаунта, создавал себе твинки, чтобы заново покачать ветки с нуля, чтобы понять, что некоторые ветки конченый мусор, а некоторые ветки можно качать, будучи новичком. Но Вейс с высоты полета своего пресс-аккаунта в душе не ебет, что там происходит в прокачке веток, какой танк сейчас там имба, не имба. И это чудище стримит прем-танк в первый день продажи и многим говорит, что это за танк. И люди еще у него советы спрашивают. Это World of Tanks. Я согласен, что любой человек может высказывать свое мнение. Но давать советы, вообще не разбираясь и близко, это, на мой взгляд, просто пиздец. И тут, в принципе, все сошлось. Вся эта куча дерьма сошлась в одно. Недомарафон на недоветку, недонации в игре, недоигре World of Tanks с советами от недостримера Амвея. Все в одну кучу ебаную срослось, и это вместе называется World of Tanks. Ну и зрители, конечно же, привыкли, что их кормят вот этим вот. Они большего и не требуют. Поэтому мы имеем в рандоме то, что имеем. Я просто в шоке. Кстати, да, вышел новый патч, я обновил клиент, и старые реплеи с прошлого патча не работают. Поэтому мы смотрели свод реплейс, замечательный бой на Шкоде Т27, или может незамечательный. Но у меня этого танка нет, поэтому смотрели свод реплейс. Даже не знаю, что тут говорить. С вами был Варчик, играйте красиво, пока. Just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad.